рамки. Есть же еще рамки, в которых ты стоишь совершенно вроде как не, и не от тебя они зависят. Хотя или только от тебя. Да, знаешь, про рамки прям буквально сейчас. У меня здесь есть один клиент, мы с ним работаем. И вчера была стратегическая сессия. И вот один из руководителей вышел. И я вижу, что он создал такие вокруг себя большие рамки, чтобы показать, какой он есть. А внутри он такой маленький. И вот этот... разница между тем, как он есть на самом деле, и тем, что он о себе создал, у него столько энергии уходит, чтобы это поддерживать. Наверное, да. Если это представить, ты вроде как думаешь, что ты, что тебе все позволено, и ты хочешь этим показать, да. Что тебе все позволено. Но на самом деле ты делаешь не так. Да. И...